Жить в историческом центре Самары уютно и приятно, говорят местные жители. Однако проблема ветхости домов добавляет дегтя в бочку меда. Неблагоустроенные территории тоже не радуют глаз. Чтобы проблемы решались быстро и незамедлительно, люди выбирают в депутаты проверенных и знакомых людей. Тогда и проблемы быстрее будут решаться. И как-то и ближе к власти мы будем, и власть к нам ближе будет, и слышать нас будут. Ну, я думаю, что так. Раньше на одного депутата приходилось около 30 тысяч человек. Теперь по новому уставу на каждого депутата районного совета будет приходиться в среднем по 2-3 тысячи избирателей. В Самарском районе в бюллетенях предварительного голосования по всем 12 округам 72 человека. Большинство из них хорошо знакомы с проблемами горожан. Мы уже провели много встреч с жителями, причем в том числе и с волонтерами, которые сейчас мониторят. Такой есть общественный проект «Уютный дворик». Мы зовем жителей на встречу и обсуждаем разные проблемы. Участие в предварительном народном голосовании в качестве претендентов на выдвижение от «Единой России» примут порядка 900 человек. Свой выбор горожане смогут сделать до конца июня. Из числа участников кандидатами на выборах 13 сентября станут 568 человек. В итоге представлять интересы жителей в районных советах будут 284 депутата. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.